проиграли, обидно, но мы показали характер, в третьем сравняли счет. Ну, в овертайме чуть не повезло. Но ничего, по шажочку, по очку будем набирать, и все наладится. Ваша результативность впечатляет в последних матчах? Набрали такую форму потрясающую? Да я не знаю, стараюсь больше бросать, не выдумывать. Так получается. Ну, ты говоришь, чуть-чуть не повезло, там не хватило. Это реально не везение, вот это последние месяцы или где-то недоработки больше? Да тяжело сказать, как мы недоработками работаем, на каждой тренировке уделяем внимание на видео, всяким моментам, но так бывает, такой период долгий у нас длится, можно сказать, неудачный, но я думаю, переработаем, это все хорошо будет. Главное, бились до конца, и характер есть у команды. Сначала диктор объявил, что третья шайба тоже ваша, записана на ваш счет, потом на Кубышеву расстроились? Да не, мне без разницы, честно. Главное, что мы сравняли. Я видел, что он поставил, поэтому неважно, кто забил. Главное, что забили вообще и сравняли счет. Опять же, не повезло, овертайме чуть-чуть.